Здорово, с тобой я, Шок, и сегодня у нас будет с тобой разговор про новый вид обмана в Стиме, который будет работать лучше всех, которые ты знал ранее. Отвечаю, это просто что-то дикое. Ну и традиционный розыгрыш. Поставь лайк под этим роликом и напиши в комментариях любой комментарий. Победитель прошлого конкурса у тебя на экране, а победитель этого конкурса будет в следующем ролике. Погнали. Сейчас у тебя на экране скриншот, где обычным образом трейдится драголор и большое количество скинов другого человека. Но не все так просто. Здесь есть обман, который стоит 1500 долларов. Да, после этого трейда мошенник получил чистыми 100 тысяч рублей. Ты не знаешь как, ты не знаешь, каким образом здесь можно было обмануть человека, обычный трейд, но не все так просто, я тебе сейчас объясню, что это вообще такое. Как вообще это все получается? Мошенник создает простейшую игру на платформе Steam, ждет ответ от Steam на ее публикацию, дальше добавляет и редактирует в этой игре все, что есть. Иконки, названия, предметы, все, что возможно, он меняет под CSGO. Добавляет после всего этого в игру предмет для трейда и ставит картинку какого-то дорогого скина. В нашем примере это Драголор, ты сам это помнишь. И как только он все это сделал, все правильно настроил, он начинает делать скам действия, а именно отправлять его другим людям. Я говорю про фейковый Драголор. Мошенник верит, что невнимательный трейдер не заметит развода. И, кстати, он совсем не ошибается, я бы сам в это поверил. Вернемся к трейду, и там отчетливо видно, что все настоящее, но кроме игры. Как ты можешь заметить, там написано Grigala Runner. Это совсем не CSGO. И здесь уже первая уловка. В итоге, после этого трейда, мошенник получил с этого трейда 1500 долларов. И же 100 тысяч рублей с одного трейда, где он потерял вообще ничего. Вот так и работает вся эта система. То есть, я про это вообще не знал, серьезно. Раньше это было в Доте, потом в Team Fortress'е, а сейчас начало это появляться в CSGO. Поэтому, чтобы не попасться на такую уловку, просто проверяй при трейде каждую шмотку, из какой она игры. Да, это займет время, но это лучше, чем потерять скины попросту, это очень глупо. Ситуация ужасная, но главное, что ты бы понимал, как это работает, теперь тебе будет полегче в Steam'е. И тем более, если ты какой-то крупный трейдер, то, чувак, вооружайся этим знанием. Но я надеюсь, что будет какой-то ответ от Valve, они должны пофиксить эту функцию, что так легко обманывать людей, используя просто картинку. Картинку! Хотя, кстати, скины тоже картинка. Ну, эти картинки хоть что-то стоят. И самое смешное, что получилось в итоге. Вы просто не представляете, это такой рофл. Короче, после того, как человека обманули на 100 тысяч рублей, он в панике, он не знает, что делать. И через 2-3 часика, когда мошенник понимает то, что его могут заблокировать и так далее, он меняет этот лор на шаурму. На шаурму, чуваки. Это, я не знаю, что это за бред. У вас на скриншоте сейчас показано, как это выглядит. То есть та же игра, Grigala Runner, но теперь она шаверма стандарт. Короче, это очень... орная ситуация. Сам человек, которого обманули, он с этого орет. То есть, ну это какой-то прикол вообще. Но таким образом мошенник, получается, убрал улики. Теперь он трейдился на шаурму, а не на Драголор. И можно сказать, что шаурма стоит 100 тысяч рублей. Короче, прямо сейчас я зашел к человеку, которого обманули, и у него вот новая игра, Grigala Runner, и тут Драголор просто идентичный, просто копия, ну реально. Это просто забей, это смешно. Сейчас мы поговорим с этим человеком, я постараюсь выйти с ним на связь. Полетели. Короче, друзья, я связался с человеком, которого обманули на 100 тысяч рублей одним трейдом. Но ты затрейдился на шаурму, чувак, я поэтому за тебя рад. Как тебе шаурма? Хуёвая. Рассказывай, какой у тебя было... Вообще, какие у тебя были эмоции, когда ты понял то, что ты затрейдился на картинку? Грусть. Ай да, я шучу. Может, что это какой-то Steam баг, типа, я сейчас зайду в КС-ку, она примется и вся хуйня, и так сидел спокойно. Потом захожу в КС-ку, её нету, а этот уже мне второй лор. Пихает. То есть ты думал, то, что это какой-то баг, и у тебя скоро появится этот скин в интере? Steam баги, короче, ты думал? Да, я так сталкивался, потом решил в игре чекнуть. Потом я все перепроверил, короче, и, бля, это вообще не с КС, оказывается, и поэтому... Сталкивался ли ты раньше с таким? Ну, только мне кидали с дотки эту хуйню, там всякие арканы или... которые бусины были. Но с КС-кой нет. То есть ты хочешь сказать, что это новый вид обмана, который будет прогрессировать, или Valve его закроют? Не знаю, вроде была инфа, что всех разрабов таких фейк-игр забанили, но что-то кажется не всех. Но мне кажется, это новая игра, поэтому мы еще не успели. Слушай, то есть получается так, что ты потерял 100 тысяч рублей на картинку, и что ты будешь делать дальше с этим? Ты будешь уже жаловаться в Steam, типа, чуваки, у вас человек создал игру и делает фейковые драголоры. Какие у тебя действия после всего этого? Или ты забил?
написал в техподдержку? Написал уже? Писал, значит, ответа нету. Ну, вернут, а если нет, то ну, сам виноват. То есть ты считаешь себя виноватым? То есть тебе нужно было всего лишь проверить, какая это игра? Даже поэтому чекал, типа, посмотреть на торговой площадке, потом мне открылась ссылка, я думал, ну, Dragon Lore же не продает, но в завода, типа, потому что они дорогие, и поэтому забил просто. Ну, согласись, такая уловка действовала, потому что ты понял, что ты в плюсе, и просто спешил с принятием, да? Да, там плюс был немалый, поэтому... Ну, сколько ты мог бы в плюсе быть, если лор бы затрейдил? 500 баксов. Окей, 500 баксов он бы получил бы свыше. Короче, чуваки, давайте тогда на этом заканчивать. Будьте внимательнее, Сако. Желаю вернуть свои скины, не знаю, как у него это получится. Но в любом случае, чуваки, просто проверяйте игру, когда вы трейдитесь с кем-то. Спасибо за то, что ты пришел, рассказал свою историю. Ты попадешь в историю, как человек, которого обманули на такую сумму этим способом мошенничества. Короче, надеюсь, что ты был первый и последний человек, которого он обманул. Всем пока. Ситуация ужасная, но главное, чтобы ты бы понимал, как это работает. Спасибо, что смотришь меня. Завтра стрим на канале, послезавтра новый ролик. Ну а слева ты можешь посмотреть видео про то, сколько получают в месяц мои фейки. Пока. И подписку не забудь.